Ты там? Все хорошо? Мы готовы резать торт. Ух ты, невероятно. Да, время было невероятное. Хорошо ты смотрелся в форме. Это не я, это Матео. А, да, конечно. Прости, пап. Не торопись тогда. Нет, все хорошо, Беллами. Пора рассказать тебе, что с ним случилось. Это был наш последний бой вместе. Сразу после нашего 21-го дня рождения. Батальону моего брата было приказано захватить форт в глубине вражеской территории. Я не был с ним. Я был в особом отряде с особым заданием. Нашей задачей было прикрытие батальона Матео. Мы гордились собой. Мы меняли для Италии ход войны. Арditi. Ho la vittoria! Ho tutti accoppati! Cannone! Dritto davanti a noi! Che cazzo! Пока Матео пробивался вперед, мне пришлось с боем идти вверх по горе и уничтожать все, что угрожало его отряду. Даже слышать такое страшно. Не волнуйся, я был в полной броне. Кроме того, Арditi были гордыми добровольцами. Ради Италии мы пошли бы на все. У начала пути стояла церковь. В ней укрепились войска врага. Сперва я должен был пробиться через них. После огнеметчиков остались только пехотинцы. Потом церковь стала бы нашей. Attenzione! Quello è stato un... Non restiamo da soli, ti maledizione! Ne ho uno del vino! Mi scappo! Ci cade!
Едьте в Анзари! Там оказалось орудие, стрелявшее по отряду Матео. Я должен был его уничтожить. И он по-прежнему шел к форту? Да. Я должен был проследить, чтобы он туда дошел. Ставила под угрозу жизнь Матео и все итальянское наступление. Я должен был его уничтожить. Безопасность моих людей можно было лишь взорвав орудие.
Этот взрыв был для меня одним из лучших зрелищ на войне. Но отдыхать было некогда. На соседнем гребне я заметил зенитное орудие, которое сбивало наши самолеты. Оно было моей новой целью. Стояли австро-венгерские войска. Чтобы завладеть им, мне нужно было убить врагов. Солдата, но потом услышал шум, который никогда не забуду. Они атаковали отряд Матео. Я сделал единственное, что тогда мог. Против меня была вся эскадрилья бомбардировщиков. Я должен был сбить их всех. У нас не было подкрепления. Если бы те бойцы погибли, наше наступление захлебнулось бы полностью. И я потерял бы Матео. Когда упало несколько самолетов, остальные начали бить по мне. Но я должен был защитить Матео. Я должен был выстоять. Была вся эскадрилья бомбардировщиков. Я должен был сбить их всех. У нас не было подкрепления. Если бы те бойцы погибли, наше наступление захлебнулось бы полностью. И я потерял бы Матео. Когда упало несколько самолетов, остальные начали бить по мне. Но я должен был защитить Матео. Я должен был выстоять. Была вся эскадрилья бомбардировщиков. Я должен был сбить их всех. У нас не было подкрепления. Если бы те бойцы погибли,
Наше наступление захлебнулось бы полностью, и я потерял бы Матео. Когда упало несколько самолетов, остальные начали бить по мне, но я должен был защитить Матео. Я должен был выстоять. Конечно, конечно. Ее ничто не могло пробить. Но затем аэропланы улетели. А когда я очнулся, я подумал, что умер и попал в ад. Они взорвали гору. Они похоронили нас. Они похоронили себя. Боже мой, Матео. Я должен был его найти. И я отправился в этот ад. Другого варианта не было. Должен был найти Матео. Он мог быть где угодно. Решил все по порядку. В домиках были прижаты огнем союзники. Мне надо было добраться до них. Thank you.
Услышали их еще раньше, чем увидели. Из вражеского форта выезжали бронированные машины. Но у тебя же больше не было снаряжения. В домиках были ящики с вражеским оружием. Мы собрали его и приготовились к бою. Давили огневую мощь врага своей силой воли. Домики были в безопасности. Мне надо было идти дальше. Ты так и не сказал, а Матео в домиках был? Нет. Бойцы говорили, что его отряд прошел дальше. Thank you.
жутко хотел уйти из окопов. Но слышал, как кричат итальянцы. Я знал, что мои друзья в ловушке. Я смотрел везде, но поздно. Я был один среди призраков. Я почему-то был уверен, что Матео там нет. Что приходилось себе напоминать, я жив. А что было? Огонь. Везде огонь. Два пути. Либо через подземные тоннели, либо поверху, обойдя его сзади. Не напрямик? Это было невозможно. У меня ведь уже не было брони. Вскоре я уже не мог смотреть на трупы. Он должен был дойти до форта. Я все еще вспоминаю то поле. Каждый день.
Я почти уже перестал искать. Начал было надеяться, что Матео сбежал. Но тут... А! Нет! Нет, нет! Ты меня слышишь? Слышишь ты? Так и не состарился. А я все еще здесь. Почему оно так? С днем рождения, Матео.